Петровна, можешь подменить меня на следующей неделе? Случилось что? Мне свидание дали, надо поехать на пару дней. Первый раз, что ли? Муж за что сидит? За убийство. Кого убил-то? Никого. Следующий! Я могу знать, где мой муж? Ну что, ты езди? Меня Зинка зовут. Ну, чтобы помочь. Я могу знать, где мой муж? Ты в тюремный город приехал? Людям не верь, они тоже скоты.